Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании. Как я уже писал на вкладке сообщества ютубчика, в общем-то за 5 миллионов монет мне удалось раздобить жилище богов, то есть я сэкономил 50 монет, ну либо 150, если бы прокачивать жилище богов на второй уровень. Давайте мы сразу его разместим, потому что то, что у нас не получилось сделать в прошлой серии, хорошо, что это займет всего лишь одну минутку. Так, ладно, мы тогда можем пока здесь собрать золотишко, пока у нас тут идет эта минутка. Так, прокачиваем. Да, решил прокачать уже это жилище огня, потому что как бы у меня уже жилищ больше стало, и как бы проблем с акциями по сбору монет вообще, в принципе, не возникает. Не нужно заморачиваться уже с постройкой каких-то там десятка от первого уровня жилища огня, который заполняется быстро монетами. В общем-то, сейчас с этим проблем уже нет. Так. Ну давай, достраивайся. Да, ну придется следующее жилище, наверное, 150 алмазиков насобирать и прокачать жилище боссов. Хотя, как бы, в принципе, не актуально, потому что сколько, давайте пойдем посмотрим, сколько стоит следующий дракон-босс, которого у меня нет, 750 алмазов. Ну, бриллиантов, в общем-то, их собирать мы будем долго, потому что это процесс очень длительный. Блин, реально, случилось. Да, хорошо, у кого есть вот эти все животные, все драконы-боссы. Представляете, сколько бонусов они дают? Ой-ой-ой. Это у меня уже там 50% бонусов. Так, ура. Давайте мы разместим нашего дракона. Давай, щупальца. Так, ты где? Нет, не ты. Разместить. Наконец-то. Мы начали зарабатывать еще на 10% больше. Так. Это шестой мой дракон. Шестой из 10, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, 6 из 10. Потом еще нужно раз, два, три, четыре. 4, и нам дадут 25 алмазиков. А потом насобираю еще 10. Враги верхних островов. А это у нас враги нижних островов. Ну, то есть мы еще пока на нижних островах, но хотя... так, ранг босса нужно завоевать, вывести дракона босса невозможно. Они не участвуют в битве, зато благодарят, ну, помогают, в общем-то, на 10% больше производить золота. Вот так. Да. Вот, можно зайти и посмотреть. Производство золота для всех драконов. Вот то, что я говорил, как бы на всех островах, на всех, для всех драконов плюс 10. Мне это легко проверить. Допустим, вот возьмем архангела. Наш архангел. И смотрим. Вот видите, у него 12 тысяч монеток. 12909. Если мы это умножим на 0,6, мы получим 7745. Это у нас бонус. 60%, ребятки. Вот так. Это работает. И, кстати, да, чуть не забыл, у нас же есть новый дракончик, которого мы можем прокачать. Это дракон Урожай. Так, это за акцию с боссом, да, где нужно было пройти 4 круга. Дракон Урожай и его многочисленные родня никогда не голодают благодаря выдающимся умениям, которые совершенствовались на протяжении сотен лет. Тренер рекомендует не вмешиваться в то, что и так совершенно. Ну, а по внешности этот дракон похож на индейца. Те, что жили когда-то в Америке, с которых американцы поснимали скальпы. Вот так вот. Но 62 сила эпического дракона. Давайте продать мне. Так, как бы, знаете, есть такой был фильм «Чингачгук, большой змей». Переименовать. Не знаю, как бы его написать. Так, а язык можно? А как тут переключить язык? Ничего никак. Подождите. А, вот, переключается. Чинга... А, как оно пишется? Чингачгук. Чинга... Джгук или Чингачгук? Чинга... Чингач. Будет у нас Чингач. Пока, в общем-то, пока вы не напишете какое-то супер крутое имя, чтобы я его переименовал. Так, вообще-то это мальчик или девочка? Пока что сложно понять, потому что индейцы носили такие вот более длинные волосы. И мужчины, и женщины. Дракон Урожай. Урожай — это что-то... Ну, девочка, судя по выражению лица этого дракона, я бы сказал, что это девочка, да?
Девочка-индианка. Но от этого она не стала не индианкой. Ну, корни на 16 левел. Та-дам! Вот такой вот у нас дракончик. Давайте, что у нас по показателям. 3000 монеток приносит. А что? А, бонус 1700. Ну, неплохо такой бонус, да? Еще 4 дракона у нас будут бонус давать столько же, сколько и сами драконы. То бишь 100%, ребята. Это круто. Ну, вот у меня тут наши драконы-боссы располагаются. Давайте посмотрим, что у нас тут идет. Это на выходных особо не заходил. Может, у нас какая-то акция началась. Акция начнется через 7 дней. Вот интересно. Интересно, почему так много. Так, что у нас здесь? Гаргулья. Давайте отпечатаем один сундучок. Ничего толкового нам здесь не попалось. Так, отлично. Что по этим драконам? О, даже тут у нас картинки есть. Дракон-единорог, 16 часов. У меня не получилось его вывести. И дракон-сосулька. В общем-то, сейчас я тогда буду переключаться на дракона-сосульку. Вот еще сделаю вот эту вот попытку. Это мне что-то было часов на 9. Так. Ну и нажимаем повторить. Комбинаха на конфетка плюс гейгер. И тоже у нас не получилось. Не получилось, ребятки. Ну, что поделаешь. Заглянем в ученики. Вот, ничего себе, кого-то мы взяли. Подарок, отправим подарок. Задание. Отправьте друзьям 2 подарка, соберите жилище огня. Но это вот как бы должно быть, в принципе, просто. Не знаю, что это вообще дает. Как бы, ух ты, смотрите, тут мы взяли. На тебе подарок. Задание. Приласкает драконов, думает, легко выполнить. Черт, что-то у меня одни американцы. Ничего себе, смотрите. 7 уровня. Тоже давай ласкать драконов. Что у нас здесь? Здесь ничего такого особенного. Но слот активен. Че никто не хочет учиться, лодри? Вот так вот. Скоро каникулы зимние начнутся. Успеете отдохнуть. Так. Не сюда. Давайте-ка зайдем в нашу колдовскую лигу. Так, у меня здесь 700 кубочков. Так, и я слышу, в игре чего-то не хватает. Это вот извечная проблема игры. Музыка почему-то выключается. Во. Вот это нормально. Ладно, давайте зайдем тогда сейчас на карту. Я на карте... Что делал? Это режим героя. А, это у нас такой сложный режим, да? Это где мы? Посмотрим. 62 уровень. Это нам тут сейчас быстренько наваляет, да, по-моему? С одного удара нас будут убивать. Нет. Не с одного удара. Ах ты, ё-моё, контузила нашего дракона. Так, Архангел, чё ты умираешь, Архангел? Ну, на самом деле, шансы есть. Шансы есть. Смотрите, этот дракон пропускает ход. А-а-а, нам не хватило одного хода. Так, давайте еще раз попробуем. Ну, может, парализует, контузит. Ну, Архангела мы тут по-любому теряем. Здесь без вариантов. Надеюсь, я грибочка завалю. Да, грибочка я завалил. Архангел покинул нас.
Блин, ну Анубис. Анубис, ну как ты мог? Горите все синим пламенем. Уи-ю-ху. Мы прошли. Мы прошли эту остановку, ребята. Так, кстати, как вы могли заметить, да, я начал копить золото, нужен новый остров. Чтобы развиваться, нужно больше денег. Для этого нужен новый остров. Новый остров, ребята, иначе никак. Кстати, давайте здесь проверим. Вот у меня есть здесь остров, который мы прошли на две звезды. Давайте попробуем. Ух ты, дракончик-муравей. О, пробиваем. Так, это три звезды. Смотрите, чистая победа. Три удара и хана. Да, отлично. Это три звезды. Нам за это награды насыпают. Один свиточек. Ну, вот эту штуку перерисовали. Да, она была раньше как-то немножко другая. Так, а ну давайте зайдем в свиточек. Здесь мы раньше воевали с кем? Наверное, с помощниками. Сейчас мы уже сами здесь можем повоевать. С эльфами, да? То есть драконы-помощники называются эльфы. А мог бы вообще-то и пробить бы. Так, кстати, да, даже, в общем-то, 15 миллионов еды хватает, чтобы прокачать дракона на 45 уровень. Вот так вот. То есть у меня здесь 13 миллионов, то есть, ну, на 40 уровень я могу прокачать дракона сразу. Ну, в общем-то, есть довольно много чего здесь стоит перепройти, чтобы было у нас все на 3 звезды. Этим мы потихонечку будем с вами заниматься тоже. Так, ну сейчас давайте куда зайдем? На колдовскую. Сейчас соберем какую-то приз у нас тут. А, что я хотел же сделать? У нас же сейчас много... Вот, а с команд вернулось. Редкий сундучок. 8 алмазиков. Оу, прикольно. Мучитесь. Еще выполнили мы таким образом еще одно задание. Так, сейчас мы пробежимся по остальным. Так, что у нас здесь? Не понял. Занято в разведении, да? Нет, не прочитал. Дракон занят. Но здесь же можно его заменить кем-нибудь. Блин, ну почему? Блин, надо же было мне попасть именно вот туда. процентов шанс. Довольно хороший шанс найти что-нибудь. Мистическая пещера? Мистическая пещера? А почему? Блин, я ее всегда пропускал. Капец. Чё-то я забыл вообще про нее. Да ну хватит меня сюда отправлять. Мне еще целый один день ждать, пока эта штука сработает. Дракон занят. И дракон занят. Вот это печально. Не хочу я ничего обновлять. 55% тоже неплохой шанс. Пусть себе там ищут. Блин, мистическая пещера. Ё-моё, это всего лишь 16 уровень драконов. А я как-то про нее вообще забыл. Так, также у нас вернулись ребятки вот отсюда. Давайте нам эпический сундук, пожалуйста. Эпический сундук, а? Как спросили. Ну чё, прикались? То есть эпический сундук — это 6000 еды? Спасибо. И здесь драконы заняты, да? Куда вы все подевались, эти драконы? Чего, во все пещеры должны ходить только одни и те же драконы?
выбрать на 22 уровень. Ладно. Ну, как говорится, так мы потихоньку и драконов будем прокачивать. И 41%. Но маловато, ну ладно. Пусть себе бегают, пусть ищут. И еще у нас, конечно же, есть вулкан. Ну, здесь, конечно же, обычный сундук должен быть. Блин, здесь и то награда больше. Там из эпического сундука выпало 6000 еды. Вы что, с ума сошли? А здесь 145 тысяч монет и 7000 еды. Обычный сундук. Меня кто-то где-то обманывает. Вам так не кажется? Так, ну остальных вот так вот отправим. 32%, пусть себе там бегают. Пусть себе там бегают, ребята. Ну, дракончик авокадо так прикольно выглядит. Нарисован как у нас, как в какой-то рекламе. Так, зайдем сюда, посмотрим, что у нас по осколкам. Хорошие, отличные, отличные. Великолепный, хороший. Так, а по божественным... Так, колдовать. Так, вот тебя, парнишка, да? Может, нужно сколько? 40 великолепных осколков. Заколдовать. Перейти к синтезу. Да, 8 аж нужно. Бу-бу-бу. Много. Ладно, пока оставим это дело. Пойдем в лигу, давайте, может, проведем 1-2 боя. Какие-то у нас все сильные противники. Вот, минус 17 попалось. Давайте сюда зайдем. Так, дракон музыкальный. Божья коровочка. Так, кстати, вот эти драконы, это у нас дракон-призрак, или как там этого дракона зовут, приносят много денег, то есть их для разведения хорошо держать. Так, это дракон-шевалье, который у меня не получилось вывести. И дракон-аналог банана, да? Гейзер. Которого стоит включать в команду, если вы на начальном уровне и у вас еще нет легендарных драконов. Так. Ну, в общем-то, наверное, это пока что все, ребятки. Самое главное, что я вам хотел сказать, показать, мы сделали. Вот у нас звезда. Звезда — это у нас дракончик. Дракончик щупальца. Вот так вот. Так что всем пока и до скорых встреч.